Друзья, всех приветствую на своем канале. Сегодня с вами сделаем подсвечник для свечки. Свечка диаметром 38 мм. Берем проволоку толщиной 7 мм. Оттягиваем кончик до остроты. Это будет спинка для самой свечки. Выгибаем. Сейчас закручиваем спираль. Делаем без размеров. Каждый раз все поправлять. Вот так получилось. Такая спираль. Шпильку чуть позже поправим. Выгибаем. Придаем форму нашей ручки произвольную, какая кому нравится, на вилочке. А такая красота получилась. Всем удачи!